наши женские посиделки, так сказать, в очень тесном, приятном кругу. Как я уже говорила, вот судя по последним семинарам, наш кофе-брейк для меня, например, превратился в этот момент вопросов и ответов. И я подумала, действительно нужно выделить время для того, чтобы каждый вопрос нашел свой ответ. Говорят, нужно искать не правильные ответы, а искать правильно поставленные вопросы. Поэтому я с удовольствием буду слушать, что вы приготовили. В свою очередь обещаю интересный рассказ на тему каждого из вас. Кто хочет начать? Я уже все хотела. Как обычно, да? Как обычно, самый первый. Но все-таки давайте можем. Можно тогда начать, пока все собираются мыслями. С подругой у нас не то что спор, просто мы разговаривали, да, и разное мнение у нас с ней сложилось. Вот ситуация тогда такая, да, бывает, что когда мужчина живет с одной женщиной, женаты они, вроде бы все хорошо, выясняется, что он изменяет жену. Вот, причем там связь не такая чисто раз физически, да, а просто и даже плюс эмоциональная. Ну, я посчитала, например, что, наверное, причина все-таки в том, что что-то жена не додает мужу. Не знаю, я права, может, не права. Она говорит, что это просто мужчина такой, что есть такие мужчины, которые просто ходят налево. Ну, то есть вопрос заключается в том, все-таки по какой причине? Какая причина? На самом деле это очень индивидуально, но общая причина действительно общая для всех. То есть пары, когда создаются изначально, они притягиваются именно на те характеры, которые есть в каждом. По какой причине муж уходит? Или пусть не уходит, пусть у него есть какая-то ценность. Ему кажется, что он ошибся. То есть на самом деле и жена думает про него то же самое, что он думает про... Что он ошибся в выборе жены? Да, да. То есть она считает, что это такой мужчина. А он считает, что это такая женщина. То есть не повезло. Нам обоим не повезло. И если поменять эту лодку, то все будет здорово. Но фактически, если не научился грести веслами, лодку бессмысленно менять. Каждый рассчитывает, что вот я вышла замуж. Вот великолепный подходящий человек. Что он будет меня любить вместо меня самой. Мужчина в это время вступает в брак точно с такой же идеей. Вот подходящая женщина, она будет любить меня вместо меня самого. То есть это снятие ответственности. Мы ведь все думаем, что самое главное – вступить в брак, и счастье придет. Счастье не приходит, оно умножается. Вот, если мы научились быть счастливыми, значит, придет человек, притянется такой же счастливый и умножит нашу цифру на 2. Но если 0, мы получаем только 0. То есть идея такая. Человек ищет любви. Он ищет ее в каком-то другом человеке. И не находя, думает, что человек плохой. Ну вот, человек не такой, я неудачно выбрал жену, или я неудачно вышла замуж, и поэтому вот не срастается. То есть это вот главный момент – научиться любить себя. А если в это углубляться, там на самом деле много подводных камней. Кто что кому не додает, но идея такая. Более-менее понятно? Или хотелось... Нет, все понятно. Просто как бы получается не то, не другое, а третье даже. Да, не то, не другое. То есть это не то, что я неудачно выбрал себе партнера. Дело не в этом. То есть я здесь разведусь и там через месяц выйду замуж или я женюсь, я найду себе такого же человека, который, конечно, в момент конфетно-букетного периода будет себя вести намного-намного лучше, и нам будет казаться, что все правильно.
Но все остальное мы черкнем чуть позже. Так, ну и пожалуйста, давайте, если тему будем продолжать. То есть на самом деле я выбрала тему женщины, дети, любовь. Но это такая достаточно широкая тема, потому что любовь может быть не просто любовь между мужчиной и женщиной, это и любовь к себе, это вообще любовь к жизни. То есть, вот понимаете, да? Угу. Поэтому я не настаиваю на каких-то конкретных вещах. Вот что у вас есть за, ну, такое беспокоящее или интересующее вас, то я с радостью. Столько было мыслей. Мы все хотели. Ну, вот смотрите. Ну, давайте. Давайте начнем. Я попробую как бы сделать такую вступительную часть. Мы все женщины. Мы все на самом деле нуждаемся в том, чтобы... Вот это называется начать, да? Конечно, после работы в ноги чистые. Ну ладно, давайте подождем на одну минуту, прервемся, я думаю, это не проблема. Может, тогда продолжение вот того вопроса про конкретный букетный период. А-а-а. Почему-то мужчины так это реагируют остро, когда им говоришь, типа, а как же конкретный букетный период? Ну, мы живем в современном мире, пошло-поехало, короче, всякие отмазки. Ну, вообще, я думаю, что в этот момент, то есть, отношения должны быть прекращены. То есть, как это, авторитет, который требует доказательств, это уже не авторитет. И точно так же какая-то симпатия, какая-то любовь, которая требует вот именно подтверждения, это уже не любовь. Ее нельзя требовать. Любовь – это нечто, что отдают, а не берут. И поэтому, если мы понимаем, что мужчина ведет себя... потребительски, да, тут момент такой, что не нужно его ждать, когда он там откроет глаза на это. Ирина, проходи. Это момент уже точки, завершающий. Вот, поэтому надо этому учиться. Ну, еще я так понимаю, да, и вижу многих, что женщины сами хотят. Просто они требуют. Наоборот, требуют, чтобы давайте за мной ухаживать, а сами вкладываться они не хотят. Вот я думаю, что. Другой вопрос немножко. Это просто вот как бы заметила, есть такая тенденция, что мужчины сразу к делу, типа. Переходим сразу к делу. А это на самом деле потребительское отношение, но вот как раз к вопросу о том, что люди, которые нас окружают, это наши зеркала. И если мы видим, что нам человек заявляет такие вещи, это то, что в нашей голове. То есть на самом деле мы, может быть, сами не очень сознаемся в том, что мы хотели бы такого отношения. То есть я жду от этих отношений прежде всего чего-то материального. А нам озвучивают моментально. Мы оскорбляемся немножко, обижаемся и думаем, что это он такой плохой. Но по факту внутри нас это, видимо, сидит. А не нужно этому удивляться, потому что материальное общество, общество потребления, оно на этом завязано. И мы этим пропитаны. Поэтому, когда вот разговор про НЛП говорили, да, нужно новые модели мысли, новые модели мышления. То есть я должен следить, я должен быть очень осознанным, очень осознанным. И понимать, почему я так рассуждаю, почему я так думаю. Не пускаться вот в эти эмоции и чувства сразу на ходу. Ой, я обиделась. Я обиделась, мне плохо, и буду страдать дня два. Нет, вот этого не должно быть. И во всех других вопросах мы точно так же должны поступать. Осознанно. То есть постоянный контроль? Да. Вот понимаете, вы решили поменять походку. Оно легко дастся? Если вы кардинально хотите поменять походку, вы хотите сделать стройную осанку, если все время до этого сидеть как крючок. Вот представляете, сколько сложностей вызывает вот такое простое состояние, когда ты должен сидеть ровно, когда ты должен ходить плавно. Сколько потребуется времени на это? Может быть, да? А если потом еще не отчаешься и скажешь,
а ладно, мне и так хорошо. Вот то же самое с мыслями. То есть мы двигаемся очень медленными шагами, но сверяемся мы с теми людьми, которые вокруг нас. Вот что они нам говорят, по сути, значит, это тот уровень, на котором мы сейчас сами находимся, мы себя так оцениваем. Вот. Если люди... Даже не только говорят, а попадаются те люди, я тоже отмечаю, прям последние дни какие-то изменения идут в жизни, попадаются те люди, которые находятся на другом уровне. То есть, но на твоем уровне. Когда ты немножко сам поднимаешься, и сразу встречаются просто даже соседи, даже другие встречаются. Вы никто не замечает иногда, вот живет же очень много жильцов, но иногда одни и те же соседи попадаются. Вот одни и те, каждый день вот одних и тех же встречаешь. Потом бац, поменялся. Вот. Это как раз вот эти знаки, потому что этих знаков очень много. Мы просто не пытаемся их расшифровать, ну или не обращаем внимания. Это как раз вопрос осознанности. Ну, да, вот я, например, по себе знаю, у нас, например, на этаже уже третий раз меняются. Люди? Да, люди. Вот сейчас на днях в спортзал, то я хожу, полностью менялось руководство. Как бы магазин уже пятый раз меняются продавцы, вообще, то есть хозяева. Сколько раз это за последние 2,5 года? Вот, и вот такие. Я думаю, о, значит, я точно круто изменился. Если я здесь живу, а они съезжают и приходят. Я замечаю, думаю, у этой, она так как бы любит нарушать границы, она такая прям, ты когда съехал, думаю, же, что я, похоже, научила свои границы отстаивать. То раз, другая уехала. Так я думаю, а у меня какой был косяк, ты думаю. А, точно такая привычка, думаю, что я от нее избавилась. Ну, то есть я вот так уже. Вот на самом деле, поэтому мы можем определять наше состояние. Потому что сложно же, я себя знаю уже там энное количество лет, 24 часа в сутки, глаз-то, извините, замылен. Невозможно же понять свои достижения, если только мы их возьмем там 10-летней давности, то да. А вот год, два. Но реально, вот даже ведическая философия утверждает, что человек может измениться от полугода до 2 лет, если он упорно трудится, упорно работает над этим. Самое главное понять, над чем мы работаем, что нас не устраивает. Потому что если все устраивает и вопросов нет, получается, как бы и стимула никакого нет. Да, мужчины также меняются один раз, два. Или у них больше. Так, вот смотрите. И когда они начинают меняться, все-таки с чего вдруг? Вообще они хотят меняться? Нет, они меняются, ребят, меняются. Я могу это подтвердить, глядя на своего мужа. Но иногда, да, темпы меня не устраивают. Вчера просто какие-то спонтанные признания в любви. Думаю, боже мой, что это такое было? Я понимаю, что это какие-то твои достижения. Это твои достижения по отношению к тебе самой. То есть ты сама себе начала нравиться. Вот это вообще 100% рецепт. Если ты сам себе нравишься, окружающие люди начинают реагировать на тебя немножко иначе. То есть если тебя обхамили, обругали или еще что-то, ищи у себя свои косяки, что ты там себе наговорила в ближайшие там 2, 3, 5 дней, а может быть ты вообще уже этим грешишь давно. А вот если ты довольна, то есть ты понимаешь, что человек не может быть, конечно, 24 часа в состоянии какого-то счастья, в эйфории. Не, ну может. Ну может быть, да. Что ты тогда выпил или съел, но вообще в остальных местах. То есть мы понимаем, мы адекватно. Но есть ощущение какой-то радости. То есть я иду и делаю то, что мне нравится. Мне нравится то, что я делаю, и знаю, что завтра я это буду делать, и тоже с радостью встаю. Вот это вот состояние, я себя хвалю. И получается, что энергия творчества, которая вот здесь творится, она перерабатывается в энергию любви. И благоверный говорит тебе приятные вещи. Он дарит тебе подарки. И вот это вот на самом деле такое великое счастье. Понятно, что женщины любят подарки, это однозначно. Но когда ты получаешь подарок на день рождения, как бы, ну, сам по собой разумеющийся. А вот если тебе дали подарок, вдруг, вот то есть даже без повода, тебе просто
Мне просто вот недавно такой момент, я как-то так легко намекнула, а вообще, кстати, сколько мужчинам надо времени на то, чтобы измениться намекать. И прочее. Да, намекать. 50 раз. Вот как попросить у мужчины? Надо сказать один раз. Он может, ну, как бы послушать, это смотря где ты сказал. Если сказал после обеда, это очень удачно. Это время, когда он расслабился, успокоился, он тебя услышал. Если ты там в попыхах где-то сказала, ну вот это мимо пропустилось, куда-то там ушло, может быть, где-то на заднем фоне и лежит, но не факт, что он услышал, не факт. Поэтому это нормально. Но 50 раз нельзя говорить в раздражен. Я же тебе 10-й раз говорю. Нет, нет, нет. Когда мы чего-то хотим, мы просим. Ну вот, а я вот так вот даже не рассчитывала, правда, что с первого раза какой-то эффект это может иметь. Ты просто подумала? Ну я просто подумала. Да, думала. А я просто подумала. Осознанно я прошу 1-2 раза вслух, а потом просто к нему хожу и думаю об этом. Честно, да. И вот эта радость, то есть я подошла, я увидела, и я поняла, что я веду себя как ребенок. Потому что я так подошла, хотела развернуть, потом нет. Нет же никакого повода это разворачивать. Надо подождать какого-нибудь праздника, события. И вот это ощущение счастья, оно на самом деле внутри нас. И вот я понимаю, что это вот такое логическое завершение, что когда ты идешь с радостью делать, на работу, конечно, можно ходить, но я знаю, что там очень сильно напрягаешься. Вот я нахожу на свою работу с радостью, правда. Я вот понимаю, что даже иногда мне бывает очень плохо, но когда я прихожу, и мы общаемся вот на индивидуальных консультациях, я очень здорово поднимаюсь. То есть мне хорошо от того, что я делаю. И вот это вот состояние, что мне хорошо от того, что я каждый день это делаю, оно передается. Я призываю к тому, что, девочки, если вы работаете, это здорово, но если вы понимаете, что это очень тяжело, подумайте о том, чего бы вам хотелось. И если вы уже на одной ногой как бы оторвались от этого клише, что женщина должна работать там с 8 до 6, то наслаждайтесь. Наслаждайтесь этим моментом. Переход, он всегда сложный. Он как бы, ну, сами понимаете, да, мы привыкли к одному, мы привыкли вставать в 6 утра. Попробуйте встать в 4:30, будет тяжело. Но и это возможно. Но я думаю, что это, наверное, не совсем верное сравнение. Это будет более приятный момент. Так, ну и что дальше у нас по теме? А можно вопрос? Да? По одиночеству. Может ли мужчина и также женщина быть одинокими? И обязательно ли искать партнера? А на самом деле это выбор человека. Это точно. Я только могу сказать, что женщина может быть счастливой, то есть счастье она получит только в семье. Она, вот современные женщины говорят, я не хочу брака, я не хочу семьи, потому что это проблема. Я насмотрелась на знакомых, на соседей, на родных, я хочу быть одна. Это действительно спокойно, это очень здорово. Те, кто замужем, наверное, представляют. Ну вот муж там уехал на один день в командировку. Все, папа, я дышу. Отпуск. Я дышу. Хотя там и дети, и хозяйство, и все. Но я дышу, потому что мужчина – это на самом деле работа для женщины. Это серьезная работа. Это не значит, что ты там 24 часа драешь полы, моешь, стираешь, гладишь. Но эмоционально это очень большая работа, потому что женщина дает любовь. И если это на тонком плане, мы же не привыкли, раз оно на тонком плане, пощупать нельзя, как-то оно не выглядит визуально никаким образом, то есть его и не существует. А на самом деле женщина дает очень много, она дает эту любовь. А чтобы ее дать, надо же быть самой энергетически заряженной. И вот получается, что женщине очень удобно, это такое комфортное болото.
если мы попробовали жить одни, то есть, ну, вот дети, допустим, выросли, а может быть, у кого-то их не было и нет стимула, там, зачем эти лишние проблемы? У меня все есть, я себе заработала там, на квартиру, на машину, у меня своя фирма. Я что хочу, то и делаю. Хочу, поехала, отдохнула, хочу, пошла в ресторан. Ну, то есть я веду себя, в принципе, как мужчина. То есть я могу себе позволить все, что угодно. Вообще нет никаких причин для того, чтобы я искала себе мужа или, в конце концов, захотела замуж. Но ведическая философия, и я с этим полностью согласна, утверждает обратное. Женщина по своей природе – это человек, дающий, отдающий, который проявляется прежде всего в заботе, в любви. И если она этого лишена, то она не получает вот этого счастья. Потому что материальные какие-то вот объекты она может получить, но это не счастье. Обладание ими не дает состояния счастья. Счастье к женщине приходит только через мужчину. Поэтому вот эта идея, что я должна научиться зарабатывать деньги, она вообще настолько далеко уводит женщину от своего идеала, так сказать, что, наверное, 90% женского населения уже, так сказать, травмированы вот этим. Или те, кто уже туда вписался, или те, кто как бы мечтают стать там бизнес-леди, независимой женщиной и прочее, прочее. То есть они даже, бывает, живут с мужчинами, которые, ну, рядом находятся, потому что им удобно. Это такая мама, ну, с которой можно еще лечь в постель. Она решает все вопросы, она знает, где, что, когда, то есть материально обеспечивает, она ничего не просит, она все сама может себе купить. И в обществе такое вот мнение, что мужчина ищет такую женщину, женщина начинает искать мужчину с деньгами. То есть получается некий унисекс. То есть ни мужчина, ни женщина не выполняет своих функций. А женщина любит, она дает любовь. И когда она дает любовь, она получает через мужчину все. Квартиру, ну да, материальный жилье. Машину, какие-то ценности. У нее всего, так, ну, так скажем, три главных заботы. Она должна заботиться о себе, быть красивой. Она дает любовь. И она должна быть спокойной. Мир покой дает. Я уже говорила на семинарах, это такой женский треугольник. Если, то есть девочек, по идее, нужно учить вот этим вещам. Почему говорите, что женщина должна дарить любовь? А мужчина не должен быть? Мужчина на другом уровне. Он дает защиту. Он берет ответственность за женщину. То есть он не обязательно любит? Он любит по-другому. То есть мужчины и женщины разные. Ну это же очевидно. А он любит по-другому. Он как любит? Он заботится. Заботится о безопасности женщины. Он дарит ей подарки. То есть она, вот эти все материальные проблемы на нем. А если он ничего не делает, значит он не любит. Да, женщина, да? По факту он не любит, но значит и женщина не дает ему эту любовь. Тут замкнутый такой круг. Его разорвать может только женщина. Потому что мужчины, по сути, вот как они долго меняются, мужчина приходит вот в этот мир, то есть душа, пришедшая в этот мир, в образе, в теле мужчины, она предназначена, как сказать, для того, чтобы человек развивался. Она меняется. А вот женщина, она очень неизменна. Она только и делает, что приспосабливается к этим обстоятельствам. То есть развитие прежде всего проходит мужчиной. А женщины, они вот такие, какие есть. И если она хочет, чтобы мужчина изменился, она сама меняет определенные свои качества, свое отношение к нему, и мужчина меняется. То есть женщина внутри намного сильнее мужчины. Она вот, как можно сказать, как металл, как сталь. Мужчины внешне кажутся сильными. Девочки, как
по энергетике женские гены, наверное, возьмем к чему-то. По генетике, да, генетики это, в общем-то, те люди, которые вот сейчас открывают многие вещи, которые вот в этих же ведах были описаны 5000 лет назад. То есть то, что сейчас можно рассмотреть под микроскопом путем каких-то экспериментов, они это вывели, доказали, а это все было уже известно. Поэтому я не могу сказать, кто был. Вначале, но я знаю, что от женщины очень много зависит в семье. То есть она гибкая, она пластичная. И если мы понимаем, что нужно что-то менять в семье, если женщина не захочет в этом участвовать, ничего не изменится. Сам мужчина не способен он может взять ответственность за женщину, но изменить женщину он не сможет. Распадается семья, значит, женщина. Так не бывает. Виноваты оба. Виноваты всегда оба. Почему так? Это как раз к вопросу о том, что мы притягиваем в свою жизнь таких же людей, как мы. У нас сходные кармические задачи. И когда, вот, например, в род приходят души, определенные именно этими кармическими задачами. Все кармические задачи проистекают, я бы так сказала, от черт характера. Вот если человек очень обидчив, вы, наверное, замечали, мама очень обидчивая, бабушка очень обидчивая, дочка очень обидчивая. Ну и говорят, там и вся бы мать. Да, то есть, а еще, знаете, кроме характера, у них одинаковые заболевания, у них проблемы с почками. Врачи что говорят? Генетика, да? Гены такие. А вот если это посмотреть именно с точки зрения эзотерики, я бы так сказала, у нас получается, что у нас задача на этой земле научиться прощать. Раз нам мы должны научиться прощать, значит, что будет с нами? Мы-то пока с мамой, с папой живем, мы как бы эти все вещи, экзамен пытаемся сдать. В нашей семье, в детской. Но девочка или мальчик, ну, допустим, девочка выросла, она выходит замуж. А она не научилась прощать. То есть она по-прежнему обижается. И что? Приходит мужчина. Она притянула такого же мужчину, у которого есть такая же кармическая задача. Он будет заставлен, ну как бы, он ее обижает. Для того, чтобы в один прекрасный момент она наконец поняла, что надо что-то изменить. То есть что нужно изменить, если все вокруг меня обижает, даже мой близкий человек меня обижает. Надо научиться иначе к этому относиться. И как только женщина понимает это, вот смотрите, мужчина, как правило, в этой ситуации бывает очень агрессивен. Потому что вот, эквивалент женской обидчивости, мужская агрессия. Чем больше женщина обижается, тем, так сказать, злее, яростнее, да, гневливее муж, мужчина. То есть это не случайные вещи, они притянулись, то есть и вот между ними знак равенства. Поэтому если мы хотим, чтобы мужчина стал спокойнее, женщина должна научиться усмирять свои эмоции. Как научиться усмирять, это уже отдельная история, потому что нам очень трудно, вот опять же, если те одинаковые шаблоны существуют, он мне сказал обидные вещи, он обошелся со мной несправедливо. То есть, ну какая моя реакция? Естественно, я обиделась, Ну, или просто ничего не сказала. Да, я ничего не сказала, проглотила, а завтра у меня горло заболело или ангина. То есть, это вот 100%. Надо, наконец, понять, что человек может вам сказать не потому, что вы такая, а ему самому хуже, чем вам. Внутри него камешки. Если бы были цветочки, он бы вас цветочками кидался, а у него камешки. И вот эти камешки летят в вас градом. Но когда человек любит себя, он знает, что я не завишу от того,
что мне вот сказал вот этот человек, вот этот. То есть даже мои близкие, мои дорогие, любимые, авторитетные для меня люди бывают в плохом настроении. То есть они чувствуют себя несчастными. Почему, это уже отдельная история. Но вот они в этом состоянии могут сказать какие-то вещи. Но я-то от этого хуже не стала. Юля, а то забыл. В том случае, когда ты не всегда же можешь себя поконтролировать, может какое-то влияние планеты. Да, женщина же очень чувствительная, не как мужчина. Поэтому мы иногда не понимаем, что происходит, просто вот колбасит и все. Что делать в таком случае, если ты не можешь в данный момент в себе эту обиду погасить? Но что лучше, выплеснуть это все или пусть горло болит? Правильно, грамотно заданный вопрос, это уже 50%, а может быть и все 100. Да, успеха. Смотрите. Здесь, конечно, психологи советуют что? Идите там, бейте посуду. Да, ну как-то вот это. Да. Дрова руби. Это тоже, кстати, вариант. На самом деле хороший. Общественное дело. Пылесосить. Не для себя, что-то сделать для других. Помой площадку вот соседскую. Там. И все соседи будут думать, боже мой, какая она, да? У нее каждый день чистая площадка. Но вообще, это, конечно, как вариант. И можно действительно компенсировать вот это состояние, то есть перевести вот эту энергию, да, более мирное русло. Но вообще гнев в любом виде, вот вы его выплеснули, или вы его там внутри себя где-то заморозили, да, он все равно разрушителен. Он разрушителен. И поэтому этот гнев нельзя допускать в принципе. Но что делать, когда вот это начинает закипать? Потому что гнев на самом деле это мужское, проявление, да. Мужчины эту обиду наружу. Они могут драться, чем-то кидаться, в общем, делать что-то такое вовне. Женщинам. Нет, им нельзя точно так же. То есть можно, конечно. Но последствия будут и у них, и у тех, и у других. И сказать, что им станет легче, да, горло не будет болеть. Но гнев разрушает всю такую, знаете, как благостную карму. Вот все хорошее, что вы 2 месяца делали для кого-то, для себя, для чужого. Вы за 5 минут этого гнева сожжете моментально. Вот представляете, обнуляется все сразу. Поэтому гнев недопустим для того, чтобы понимать, как от этого избавиться, я сейчас и об этом тоже скажу, но я хотела сказать, когда вы понимаете, вас эта волна закрывает, захлестывает, нужно что-то делать прямо здесь, сейчас, попросите у этого человека прощения. Мысленно. Потому что вслух-то вы вряд ли это сможете сказать. Это на самом деле высший пилотаж. Когда вы понимаете, что это вас вот прямо накрывает, и вы не можете ничего сделать с собой, ну, выйдите на 5 минут в другую комнату. А вот я для себя нашла этот способ. Есть такая гавайская методика Хо'опонопоно. Замечательнейшая вещь. Первое время вы можете просто написать эту шпаргалочку на кусочки бумаги, положите себе в карман и носите ее. Вот как плохо достали, уединились на 5 минут. И читайте 50, 150 раз. Там всего 4 предложения. Прости меня, я сожалею, люблю тебя, благодарю тебя. Прости меня, я сожалею, люблю тебя, благодарю тебя. И обращайтесь к тому человеку, с кем вы в данный момент вот, выясняли эти отношения. А может быть, даже не выясняли. Вы просто стояли остолбенев, а он на вас это все вылил. То есть и так бывает. Это вообще помогает во многих случаях, даже тогда, когда событие еще не началось, а вы просто его уже боитесь. Вам уже страшно. Вот чтобы себя успокоить, потому что женщина должна быть спокойной. Вот ее сила в этом. Как только она успокоилась, она как машина начала вычислять там что-то, логически рассуждать. Нет, к ней вернулась ее сила.
который вот не будет в состоянии вот этого страха, в состоянии уныния, депрессии. Женская сила очень большая вещь, такая важная. Я вам могу, если сейчас вопросов нет, я об этом все-таки скажу. Еще раз повторите, пожалуйста. Прости меня, я сожалею, люблю тебя, благодарю тебя. И напишите просто «Хоупанапона». Сейчас мы такую рекламу сделаем этой гавайской методики. Кто хочет, может книгу купить. Да, в интернете есть. Это все, оно все есть, понимаете, просто надо находить, надо изучать. Но вот эта скорая помощь, как я называю, она действенна, потому что не всегда есть возможность сделать что-то там, открыть окошко, подышать свежим воздухом, пойти в скверик, обнять березку. То есть не всегда есть такая возможность. Но вот здесь и сейчас это очень хорошо работает. Больше того, бывает такое, вот какая-нибудь соседка, очень такая доброжелательная, которая будет вам каждый раз указывать на какие-то моменты. И вы понимаете, хорошо, как вот в случае Гузель, да, она взяла и съехала. А бывает ведь настырная соседка, никуда не съезжает. А нужно же просто с удовольствием приходить домой, уходить и как бы не бояться того, что ты с этой соседкой вдруг повстречаешься в лифте, на этаже или еще где-то. Или, может быть, это на работе какая-то сотрудница. Вот вы можете каждый раз говорить, например, когда вы идете на работу, или там вот просто идете домой и вспоминаете, вот сейчас я могу ее увидеть, я ее могу встретить. Вот говорите это. И я уверена, что я думаю, что 2-3 недели, и вы исправите ситуацию, если она с вами не здоровалась, то даже начнет здороваться. Это вот из жизни, из практики. Вот. А, кстати, я не ушла от темы, да? Или кто мне там вопрос задавал? Самое интересное. Про одиночество. А, про одиночество. Но это мы начали, тоже после этого еще чуть-чуть. Нет, Вы сказали, что это выбор каждого человека. Это выбор каждого человека, но не может. Женщина не может в одиночестве быть счастливой. Да. Мужчина может. И мужчина не может. Он потому что должен, его ответственность... Они когда за ним дополняют друг друга. Конечно. То есть он может, конечно, каким-то образом, как женщина, так и мужчина, могут, не то что суррогаты какие-то, заменить, да, компенсация будет, там, путешествия, машины, я не знаю что, различные знакомства, но это не отрабатывать, потому что карма отрабатывает в семье. Юля, а если вот работает женщина в детском доме, она же ухаживает за детьми, все дети же, наши дети. Она с мужем. Должен быть мужчина. Взаимодействие, да, с мужчиной. Муж и жена. Именно в этой связи... Вообще, ребят, я не согласна с этим. С мужчиной можно смотреть, быстрее шлифуйте жизнь. Вообще, наш мир настолько совершенно, и не все обязательно должны быть одинаковыми. А я не говорю, что... Бывают вот люди, допустим, творчество, художники, многие из них, они... Посвящали себя полностью искусству, и жена им служила, но они как-то ее и... Но они это выбор человека. Они принесли зато всему миру. Да, благость. Да. Я согласна с искусством. Ты можешь, но так... Но у них просто... семьи, не было у них, так получилось. А очень многие люди, вот если и великих людей, и не очень великих, то есть они не согласны, вот я сейчас я понимаю... Я сейчас под вопросом. Что они возразят, что я счастлив один. Но это выбор человека. Это выбор человека на самом деле. Но как бы хочешь, на этой земле ты можешь делать все реально. Поэтому у нас есть и насилие, есть и убийцы, есть и те, кто, как это люди говорят, как их земля носит. Юля, вот я еще, у меня тоже вопрос этот, да, я задумалась периодически над этим. Например, человек работает, кто за него эту работу сделает? Патологоанатом или кто-то. Угу. Почему? Он работает с трупами, да. У него, естественно, нарушается и психика, и дома. Он не может себя полностью как-то быть там нежным, может, или каким-то. Потому что это на самом деле, кто-то это должен делать в мире.
И им да. спасибо большое за то, да. что они на, этой, на этом месте и работают. И... Безусловно. Смотрите, вот как раз к вопросу, почему есть те, кто лишает других жизни? Почему? Потому что в этом мире все закономерно. То есть есть те, кто не хочет жить, и есть те инструменты, которые приводят это в исполнение. Соответственно, любая профессия – это тоже как бы взаимодействие. То есть он не хорош, не плох, он выбрал. Почему? Он ведь не пошел, потому что кто туда пойдет? Некому, я пойду. Это ведь не потому, да? Если не я, то кто же? Да, то есть он не из этих принципов пошел туда, правильно? Ой, как там сложно, как классно, я там разовьюсь, как это интересно. Нет. А может быть, ему интересно. У него, вот именно, у него интересно. Вот смотрите, это все описывается вот именно вот в этих... источников, написанных на санскрите, душа. Должны быть эти люди. Должны. Без них должны. Мы же не только мужчина и женщина, еще же весь мир вокруг нас существует, правильно? Который должен да. быть в гармонии. Да. И поймите, мы никогда не сможем всех под одну гребенку. Мы скажем, вот это единственный путь к счастью, и все пойдем. Нет, не пойдем. Это однозначно, потому что у всех есть разные понимания. Только вот смотрите, но по большому счету, женское воплощение, она предполагает, что женщина должна заботиться. Может быть, как мать Тереза. Может быть. То есть она дает заботу, она дает любовь. Это вот... давно написано. Изначально? Изначально не знаю. Но она ведь как... Вот я спрашиваю, она была. Не но знаю. Тоже но ведь знаю, она прославилась ты, на да. Наследие, и, да. и стала. То есть ее как бы не начальный путь, да, известен, а именно то, что она счастье нашла в другом. То есть она вот эту заботу вот в таком формате давала миру. Можно, если понимаете, если человек не справляется со своей кармой в этом воплощении, он как бы вот эти вещи переносит в следующее, у него возникают сложности. То есть если женщина ведет себя как мужчина, то есть она не то, что она там пьет, курит, дерется со всеми, нет. Она может выглядеть очень интеллигентно, очень привлекательно, но она в своем характере воспитывает вот такие мужественные черты. И плюс она... выполняет не женские функции, да, в этом мире, а мужские. То есть она соперничает, она там зарабатывает деньги. Это на самом деле мужская вещь. То есть она идет на результат. Мне важно заработать много денег. Если вот она постоянно напрягается, или вот, то есть испытывает себя на прочность. Вот бывают же такие, мы смотрим, женщины, да, ищет прям, ищет вот эти, что-нибудь такое, да. Вот, чтобы доказать мужчинам, насколько она сильна. Мне кажется, не от жизни хорошей она идет зарабатывать, потому что некому ей помочь. Вот. Она, допустим, одна двоих детей воспитывает. Вот. Здесь она вынуждена чужая зарабатывать. Вот смотрите. Да, если надо посмотреть, надо копать глубже. По большому счету, она в этой ситуации оказалась именно потому, что она изначально не была как бы заточена на женские функции. Откуда это исходит? От мамы. Нет, а мама же говорит, будь самостоятельной. Ты должна взять только на себя. Да. Тебе не больше никто не может. Так вот, вы понимаете, это, смотрите, мы воплощаемся здесь и чего-то достигаем. Получается, не благодаря, а вопреки. Вот понимаете? То есть нам близкие говорят, ты должна сама зарабатывать. Ни на кого не надейся. То есть изначально девочку воспитывают как мальчика. Муж не вечен. Сегодня есть, завтра нет. А вот понимаете, да, этот мыслеобраз заложили ребенку. Она еще... замуж-то не собиралась. Она там, может, в среднем звене в школе училась. А ей этот мыслеобраз заложили. Он уже существует. Он, как ее будущее, уже сформирован. То есть это значит, у нее обязательно будет муж, который потом уйдет, и она обязательно останется с двумя детьми. Ну,
запрограммировано. Да? И это не ее мысль, образ, а ей надо себе свой вот именно истинный отыскать. Да, да. Как отыскать? Как отыскать? Мы как раз об этом говорим. Как женщина становится счастливой? Она должна стать женщиной. То есть она должна стать слабой. То есть она должна свою слабость культивировать. Не силу, не такую мужественность, что меня ничем не прошибешь. Да я вообще умнее 10 мужчин. И я вам сейчас докажу это. Не в этом. Я вообще не что-то такое давать, да? Да. Изначально. Вот и, смотрите, я бы так сказала, есть несколько факторов, которые снимают стресс у женщины. Шопинг? Нет. Нет, знаю. Я пошла с карточкой мужа по магазинам, почти его уже простила. Да, да. Это наша реалия, но я о другом. Или отомстила. А потом мы, говорит, это, обижаемся, да? Мы тут как отомстили, нам еще как-нибудь. Но идея в другом. Смотрите, вот первый фактор – это способность делиться. Если женщины способны делиться между собой своими умениями, своими чувствами, вот что мы, в принципе, сейчас делаем, это одна из ступенек, так скажем, к уменьшению вот нашего стресса. То есть женщина чувствует себя счастливее, если у нее есть вот эта способность. Понимаете? Едой делить. Обязательно. Да. Это вот одна из, ну так скажем, наиважнейших способность покормить, угостить. Это тоже помогает женщине стать счастливее. Это, мне кажется, у каждой женщины такое. Нет, это не у каждой. Это идет, конечно, от воспитания, из семьи. Вот, инстинкт, если мы его не забили. Да? А если... Она все равно кормит там своих детей, животных. Мужа, это же уже как родители. Нет, же грузят и кормят ребенка своего. Вот как раз вопрос о том, что у всех своя модель мира. И... Как навязать состояние счастья? Человек счастлив наоборот, у него дом-то мышь повесилась в холодильнике. Нету ничего. Он пойдет туда, сюда пойдет, там в кафе покушает, меня же мужчин пригласят или еще что-нибудь. Не буду я готовить, зачем это нужно? Потом посуду мыть и все остальное. То есть это же философия, она, можно сказать, это на плаву. Но нам же это все навязывается. Как вот от этого уйти? В школе нам веды не преподают. Тренировку. Этику не преподают. Да. Вот, вот короче, нужно взять ответственность на себя. Да. Сказать, да, я поплатилась у этих родителей. Вот моя душа знала, куда она придет. И ваша душа знала. И мы все пришли вот сюда. И в принципе у нас приблизительно равные условия. Но если я возьму ответственность на себя, то есть я перестану считать виноватыми, что мне мои родители не сказали чего-то там, они просто не знали. Они думали о том, что они, ну, как бы стремились к счастью, вот на том уровне, на котором для них было понятно и известно. Что уж получилось, то получилось, но ведь хотели этого счастья. Школа не сказала, но я их не обвиняю. Они тоже, это продукт государства, продукт эпохи, общества, чего-то там еще. Я не говорю о том, что не сказали мои родственники, там, мой муж, еще кто-то. Никто не сказал. Но у меня есть голова, у меня есть душа, да, сердце. Я могу захотеть и сделать то, что мне хочется. Вот этот вопрос, позволить себе сделать то, что мне хочется. Мне не хватает знаний, я буду их искать. Потому что просящему дается. Все это доступно. Вот вам захотелось, вы сюда пришли. Мы делимся с вами тем, что знаю я, что знаете вы. И так во всем. Вот поэтому делиться очень важно, способность делиться. Плюс вот, коммуникабельность и общение. Потому что способность делиться, это, конечно, как бы и своими эмоциями можно поделиться, но еще поговорить. Вот когда человек общительный, ему легче. Ему легче, потому что он не видит в этом проблемы. А бывает так, что есть, ну это от семьи идет. Если вот в семье мало было объятий,
вот таких тактильных прикосновений, то есть душевности. Да, вот этого тепла не было, просто потому что наши родители там послевоенные, они этого были лишены, они это не дали своим детям. Дети выросли, они не знают, как это называется, как, с чем едят, они это не дают. Сложно общаться. А вообще это очень это действенный способ. Иногда же бывает такое, то, что жена, например, в одной семье росла, ну, то есть свои какие-то там модели поведения, да, спасибо. У мужа была другая модель поведения в семье. И вот они потом сходятся, и жена такая, ну блин, ну у меня же папа вот так, почему вот ты вот ты неправильно делаешь, например. А муж наоборот, а у нас в семье вообще по-другому было принято. Что ты мне там такое теперь здесь указываешь? А ты давай вот так вот тогда делай. Вот как вот в такой ситуации? Вот... Ну вообще, каким способом? Можно же, конечно, настоять на своем, топнуть ногой одному или второму, но никого еще это не привело к миру. То есть на самом деле нужно изобретать, наверное, свои способы, модели, как вести себя, как вести хозяйство. То есть, вы понимаете, это вот как раз любовь. Женщине в этот момент нужно проявить смирение, потому что мужчина главный. Это не случайно. Вот даже если мужчина говорит вам вещи, которые вот вы однозначно знаете, что они неправильные, они приведут не туда, то есть это будет ошибка. Но пусть лучше мы, наша семья совершит ошибку, чем мужчина перестанет верить в себя. Понимаете? Мы пойдем по той дороге, по которой идет, вот показывает муж. Но женщина в это время просто молится за него. За него, за семью. Она ему позволяет совершить то, что он собирается сделать. В этом как раз и проявляется любовь. Понимаете, он должен чувствовать ответственность. Я принимаю решение, и я отвечаю за них. Если женщина говорит, ну как это, выйди и посмотри, что ты натворил, да? Ну все. Потом сразу показывает, что он уже не главный. Да, то есть авторитета нет. Просто авторитет – это ерунда. Потом перестанут вас слушаться дети. Это главная причина, если женщина все время бунтует против мужа вслух или про себя, если она как бы не согласна, говорит, нет, нет, ты неправильно говоришь, вот так надо. Ваших детей никто не сможет воспитать. То есть они будут не слушаться вас, просто игнорировать. Поэтому... Я хочу заметить, да, ну если даже ты соглашаешься, внешне, да, да, а замужем ну, козел. Дети в любом слушаться не будут. Да, потому что уже они не будут ни папу слушаться, ни маму, понимаете? Поэтому если вы хотите, чтобы ваши дети уважали вас, уважали отца, авторитет в семье должен быть один – отец. И поэтому, если вы понимаете, что вот в данный момент вы так не привыкли делать, и вам кажется, что это вот лишено смысла, еще что-то, вы просто ему скажете, хорошо, дорогой, я постараюсь. Поймите, рано или поздно все равно вы сделаете так, как вы привыкли и как лучше вам удается, потому что муж это поймет, он оценит, и он спокойнее начнет реагировать на эти вещи. Но это будет в том случае, если вы перестанете вот так резко бросаться на него. Нет, в нашей семье это было не так, ты не прав. То есть это не приведет ни к чему хорошему. Мужчине нужно уступить. Если вы будете уступать, он перестанет быть агрессивным. Когда мужчина презирается, когда мужчина постоянно говорит, ты не так делаешь, ты не то делаешь, ему просто не хватает авторитета. То есть вы его все время куда-то принижаете, шпыняете, что-то критикуете, понимаете? Он будет это одеяло тянуть на себя вот таким способом. Вам это неприятно, вам это обидно. Вот чтобы было приятно и хорошо, покажите ему, что он главный. Еще хочу добавить, смирение это не, как это сказать, вот именно не внешнее, наверное, это внутреннее. Внутреннее смирение это с миром. То есть да, именно внутри себя с миром. Сама расслабилась, и мир в семью принесла, и мужчина
нехай делает, типа того, что займись своим делом. Да, да, правильно, это вот самая верная трактовка, то есть я отпустил ситуацию, ответственность на тебе, дорогой, а мы же не отпускаем, мы все контролируем, мы следим, как оно там сейчас выглядит, каким боком вылезет, да? Какой колесом проходит, интересно, право или лево? Я же говорю, в ту яму не есть. Вот, вот тут этот момент, отпустить. То есть он так сказал, значит, он отвечает. Ну, расслабьтесь. Вот в этот момент вы ему доверились. И отпустите. Это непросто. Я сама на своей, так сказать, шкуре это все многократно проходила. Это непросто. Вот это состояние доверия, оно приходит постепенно, путем тренировок. Когда мы отпускаем, отпускаем, отпускаем. Бывает раз и обратно. Ты думаешь, а, как же так? Как это? Планеты не там сошлись? Mm-hmm. Но расстраиваться не нужно. Может влиять. Вот ты стараешься, да, вот там планета, опа, и затмение нашло. Нашло затмение или... Проверка просто? Да. Точно ты усвоила или просто ты как бы, ну, привыкла так ехать, что у тебя получается? А у тебя раз посильнее урок. Если ты... Нет, это я понимаю. Прошла экзамен, да. Это вообще как бы... Законы планет, они не влияют. А чем влияют? Из других жизней, допустим, какие-то вещи кармические, из других жизней, не из твоих, которые ты вот сейчас пришел. Если я правильно тебя поняла, что если ты как бы... То есть во всем есть логика, логика есть, в каждом, то есть, в любом. Во всем есть однозначно логика, то есть есть причина, есть следствие. Если в данный момент, то есть ты ощущаешь себя на какой-то ступеньке там выше, и ты думаешь, что вот так планеты сошлись, и тебя раз на это, на две ступени опять вниз. Правильно я понимаю, да? Трактует вопрос. Ну, да. Вроде бы думаешь, ничего ну, не должно как бы к этому да. идти. Нет. И на самом деле, получается, влияет на, как это, вопросов с глаза, прочих вот этих моментов, да? Почему меня как бы сглазили? Или почему там планеты на меня так подействовали? Потому что внутри нас есть еще определенный крючок. А как бы они, то есть если бы они вообще не имели этого воздействия? Да, это просто показатель того, что есть еще что-то, над чем нам можно работать. Но по большому счету, это вся жизнь наша, это учеба, работа. То есть так не бывает, что как это легко быть святым на вершине горы. Ты попробуй быть святым, сидя на китайском базаре. Вот мы все время на этом китайском базаре, поэтому такого идеального состояния ну, мы можем иногда достигать. Но я думаю, что мы же материальны, мы живем в этом мире. Мы со своими детьми, которые там чем-то занимаются, да, в школе, педагоги, наставники, тренеры, там кто-то чего-то хочет, они же плюс свое что-то проходят. И мы в состоянии Будды не сможем продержаться, если мы живем этой материальной жизнью. Поэтому мы просто достигаем состояния, что нам хорошо, и людям, которые рядом с нами, тоже хорошо. То есть вот эта гармония с миром, она и является на самом деле состоянием счастья. То есть гармония, когда я здоров, да? Я здоров, мои дети здоровы. Мы смеемся, нам хорошо. Мы, чем бы мы ни занимались, нам это доставляет удовольствие. Даже при одолении трудностей нам доставляет удовольствие. То есть это состояние, когда я не тревожусь по каждому пустяку, а вот просто гармонично существую в этом мире. Нахожусь в потоке. Да, да. То есть я довольна тем, что со мной происходит, куда я иду. Это даже не вопрос, может быть, тема относительно... Отчасти в предыдущем семинаре вы говорили, что с ребенком нужно родителям пройти определенный период. Вернее, ребенок должен в семье получить как мальчик, так и девочка, с папой, с мамой. Но все мы из одного теста не прошли дети эти периоды. Угу. То есть, во-первых, про эти периоды поподробнее, а во-вторых, что дальше делать с выросшими детьми. Но выросшие дети это уже взрослые, это такие же, как мы с вами. То есть они уже все проходят по-своему. У них остаются обиды, как правило. Вот, то есть если вот эти этапы не пройдены гармонично, у нас остается ощущение, что ну, как бы, кто-то виноват в
том, что вот я такой, что моя жизнь такая. И первый — это папа и мама. То есть это однозначно нужно проходить работу на прощение папы и мамы. Там могут еще первый муж, второй, третий как это? Родителям-то что делать? Ты понимаешь теперь, вот дети, то есть, это не уже, судьба. То есть так как влияет на взрослого ребенка? Да никак не влияет, но... Она переживает за своего ребенка, который отчасти, когда-то был ранее воспитан, да? Ну, типа, например. Да. То есть мы уже не можем повлиять на него, потому что все, дело сделано. Можно. Мы... Мы можем только менять себя. Да. Менять себя. И дети, как бы смотрят, то, что, да, общаясь с тобой, они тоже были детьми. 19, 16, 6. Вот просто моей дочери 23, вот это вот я прям все, вот точь-в-точь, да. Она вот уже взрослая, но получается у нее какой-то детский разум, потому что я ей говорю, она начинает, если что-то у нее не складывается, обвинять меня во всех своих ошибках там и нестыковках в жизни. Я ей говорю, ты уже взрослая, меняйся, делай, как тебе нужно. Потому что ты уже большая, все, я здесь уже никак не могу повлиять. А она продолжает обвинять меня. Вот с девочками-то. Ну, это просто, это на самом деле бич нашего поколения, потому что очень многие люди именно считают, что кто-то виноват в том, да, что с... да, да. Пока ты находишься в этом состоянии, это на самом деле полная безнадега и тупик. Ты никуда не двинешься, ничего в твоей жизни не изменится, ты будешь эти уроки горстями собирать и не сможешь вылезти из этого состояния, пока ты не возьмешь ответственность за себя. За себя самого, то есть на себя, то есть я в этом виноват. Вот за границей же они 17 лет, все, могут как бы снять квартиру, жить отдельно, все, это самостоятельный человек, ответственность, он должен взять на себя. Я вот но это даже не материальная ответственность, а это ответственность... Я не про материальную говорю, а вот именно за себя, просто любую ответственность. Да, она начинается, может быть, с малого. Но изначально, все-таки, если мы видим вот конкретный случай обиды, дочери на маму, значит, есть такая же зеркальная обида на бабушку. То есть моя. То есть твоя. Как дочери на бабушку. Поэтому убрать вот эту обиду ты вот здесь и сейчас не сможешь. Ну, нет, но работать на прощение мамы — это в твоих силах. То есть как я могу повлиять на взрослую дочь? Вот я сама могу, это же зеркало, вот это отражение я исправляю в своей жизни. Вообще до 13 лет дети впитывают то, что взрослые, так сказать, родители, да, имеют в своей жизни, все их черты характера, проявления в ситуациях и прочее, прочее. А после этого возраста они их начинают отдавать. Поэтому вот переходный возраст, или, так сказать, ну, пубертат, прочие вещи, которые в психологии говорят, ну, он там перебесится. Вот если до 13 лет было у вас все нормально, то есть вы относились с уважением к своему ребенку, слушали его, да, между собой, то есть не было конфликтов, то есть не было пренебрежения, обесценивания, не будет никакого переходного периода, понимаете? То есть он будет, но на вас он никак не отразится. Просто после 13 вы получаете то, что вкладывали. Потом он действительно перевесится, и по взрослому состоянию он уже будет, ну, вести себя соответственно так, своему характеру, своей карме. То есть это, вот эта отдача, она большим куском прекратится. Вы там что-то будете получать, но это уже не к вам будет относиться. Поэтому вот здесь и сейчас что мы можем? Пока еще ребенок не родился, настраивайтесь на положительное. Потому что с момента рождения там уже идут другие энергии. Потому что мама, ну, чисто физически, да, после родов тяжело, не спит. Вот когда мы физически, ну, на пределе, с психикой тоже возникают проблемы. Я к себе чувствовала сразу неадекватная какая-то. Да? Думаешь, что так не понимаешь? Ничего. Когда ты просто не выспался, не просто один день ты не выспался, а ты уже несколько месяцев не выспался.
естественно, что твое состояние оставляет, не просто желает лучшего, тут надо скорую помощь вызывать. Я мультик, с точки смотрю мультик, там такой мультик, я вот этот вопрос меня мучает, я смотрю мультик «Динь-динь». Ну, это европейский мультик, но там такая вещь, вот она рождается, маленькая такая душа, и знаешь, там пускается, как вот было раньше. Вот перед тобой топор, перед тобой цветочек, и она там, значит, идет, и там что-то должно загореться около нее. Ну, якобы. Ну, вот это такое раньше, честного образа, якобы, там ребенок сам тянулся в каком-то возрасте. Да, раньше. Где это было? В деревне, в глуши? Нет, где не читать назад, чупы. А? Там нет такого? Там есть, конечно, такие, но, смотрите, разные эры, да, вот сейчас это Кали-Юга, и все абсолютно иначе. Поэтому давайте мы не будем на это упираться, потому что волшебных вот таких палочек не существует, правда. Может быть, они есть, но ребенок, во-первых, душа, если древняя, она может увлечься всем. Ей будет интересно и то, и другое, и пятое, и десятое, но она не сможет дойти как бы до завершающей фазы, потому что неинтересно. Я могу, но неинтересно. Пускай все пробует, да? Вот, поэтому вот в детстве самый подходящий период, когда вы можете безболезненно попробовать все. Порисовать, потанцевать, не знаю, поиграть на скрипке. А что значит попробовать? Как понять, что вот ребенок уже... Это не его или еще он не вошел? Я перебью. Посмотри, вот я тоже хочу понять, а как вот ребенок должен, как ты сам или как? Вначале. Я вожу ее везде. Вначале? Нет. Вы не накладывайте одно на другое. Это во-первых. Не надо его нагружать так, что он свет белого не видит. Не надо. Во-первых, вначале он может неадекватно это воспринимать, просто вышел из зоны комфорта. Мамы нет. Как я буду? То же самое с третьим, с младшим. Когда мы уже 6 лет занимаемся фигурным катанием, но первое занятие он валялся, орал, не хотел ничего. И первое время, то есть это был такой процесс «я туда хожу». Угу. Или «я», если будешь капризничать, тогда папа будет с тобой ходить. То есть это насилие? Это не насилие, это приучение. Вот. Когда мы себе говорим, я буду каждое утро делать зарядку. Угу. Что мы делаем? Один день мы делаем это как бы с ощущением, что я что-то великое совершу. Да? А на следующий день что у нас? Как это назвать? Все, я переждем. Завтра точно. А вот говорят, опять эти же веты говорят, строгость – это проявление любви. Это не насилие, это просто строгость. То есть понимание того, что в данный момент я взрослый человек. И я понимаю больше, чем этот ребенок. Он маленький. И вот надо понимать эту психологию, что ему плохо не потому, что он этим занимается. Он может, вот ты его туда отвел, он там через 10 минут освоился, ему стало так хорошо, что домой не заберешь. Вот он. Можно я тоже про детей? Да. У меня тоже трое детей. У Юли три мальчика, у меня три девочки. И тоже примерно в одном возрасте. У меня как-то так случилось, что все трое танцами занимаются. И вот сейчас средняя дочка, она такая мне немножечко сложновато ей было в коллектив входить, буковатая немножко девчонка. И попала в коллектив, уже коллектив был сложившийся. Новенькая. И уже навыки были у людей. А она пришла как-то, ничего не умела. И вот она первые занятия, мало того, она еще стеснительная, вот она там сидела, вся пыхтела, ничего не делала, не смогла сразу влиться. И первый год очень напряженный у нас тоже, прям она у меня бушевала, нет, я не пойду. А потом ну, приходилось нажимать иной раз. Тоже так же, вот я говорила, здравствуйте. Если сегодня не пойдешь, в этом году никакие кружки больше посещать не будешь. Вот в этом году я тебе наметила, что ты этот. Ходишь сюда, не хочешь, не ходи. Тоже пару раз как-то она не ходила, но все, он прям за руку уже не будешь тащить. А у меня ребенок просто заболевал, все. Но если вы понимаете, что он заболевает, это уже форма протеста. Это даже взрослый, который...
который не хочет идти на нелюбимую работу, он будет все время брать больничный. И вот я договорюсь, что она сейчас, она вот проект мы в школе писали на свободную тему по обществознанию. Она сама, она прям вот, она хочет это везде показать. Настолько ей это нравится, она этот проект все написала. Как она там попала на танцы? Приврала, конечно. Ее сразу заметили там. Но это не важно. Я их чувствую. Я просто сама творческий человек, и мне я просто прям за нее счастлива, что человек загорелся. И она настолько она сама танцы дома ставит. Мы вот эти танцы по пятницам идут, мы смотрим. Я просто за нее счастлива. Это на самом деле долгий путь. То есть не ждите, что ну, бывает так, что вот человек пришел и все, и понял, что это его. Но не всегда. Не всегда вот это стопроцентное попадание. Родители для этого и нужны. Ведь на самом деле наши дети – это наши учителя. Они приходят к нам, нас учить. А мы даем им то, что можем дать. То есть вот в какой-то момент они же знали, что мы проверяем эту настойчивость. То есть душа будет сопротивляться, а мама все-таки доведет дело до конца. И поэтому нужно терпение и любовь. Вот когда есть любовь, то я чувствую это своего ребенка. Я понимаю, что он сейчас не капризничает, то есть ему реально плохо. Ему реально плохо, значит, я не буду настаивать. Где-то надо отпускать, в какой-то момент, потому что не бывает все гладко. Но этот путь, вот наша жизнь, это то же самое. Они такие же, только маленькие. Когда мы начинаем вспоминать, когда к чему мы шли, как мы шли, и мы понимаем, что не всегда было ровно и гладко. В какой-то момент хотелось свернуть. Хотелось уйти с этого пути, да? А потом мы благодарим сами себя, что удержались. Вот это надо ощущать. Это только внутри. Здесь нет таких 100% рецептов. Как это говорят дети, которые учатся ходить, да? Они же там по 50 раз на дню могут упасть, но не говорят, что это не мое. Ну да. Больше не буду. Да, больше не буду. Поэтому это все очень индивидуально, но общее понимание нужно иметь. Не это, то другое. По рукам вот натальные гороскопы, плюс вот эти все наши пальчики, холмы, то есть вот это же мы на руках можем понять, какие зоны активны. Исходя из этого, можно общую сферу, так сказать, выбрать. Но нет такого, что как вот у тебя на руках. Это сфера человек-человек. Но ведь это же все, да? Это начиная там с переводчика, да. Журналиста, врача, психолога. Да, то есть... Их что, не ходили? Может быть, кстати. Ну, то же самое, там порисовать, если рисовать мы сюда, приглашаем сюда. Это можно пробный урок фотографии. Я, например, на завтра записалась, но это в другую школу, на пробный урок вокала. Бесплатно можно сходить, да? Где? Ой. На Чернышевского где-то. Чернышевского. Это здесь. Может, не соседние двери? А может такое быть? Ну, вот как-то, не знаю, что изначально человек будет, ну, другой. После того, как он встретил свою половинку, да, то есть до замужества, до того, как у них стал, ну, свой быт, вот согласие, мир, любовь, то есть это не наигранное согласие, мир, любовь, да, типа, а, ладно, мне же надо быть покорной, там, чтобы понравиться мужчине, выйти за него замуж, не с таких вот корыстных целей, а на самом деле не было поводов вот, для ссор, для противоречий каких-то, еще что-то. А после того, как поженились, вот и особенно родился ребенок, вот я про себя, вот как будто переключили меня просто, вот прямо переключили, перевернули, я стала как волчица. Я тоже такое прямо, ощутила какое-то мгновение, что это прям понесло. Прям понесло, да. Прям как волчица. Мало того, что не то чтобы я прям кричала на всех, кто к моему ребенку, да, подходит, но вот я сама со своим ребенком, я мама. То есть какая-то вот ревность была, хотя вроде, ну, все родные, там, как бы, да, люди.
Вот. Ну, может быть, это из-за того, что он трудно пришел? Нет, или это не от этого. И с мужем точно так же. То есть вроде все нормально, но так как круглые сутки я и мать, и отец, и коршун, и там все это самое, и вот прям... То есть нет понимания, да, вот этого спокойствия не хватает? Вот не хватает, и я не могу никак. Вот я думаю иногда все. Ну вот, ну тоже думаю, вот, налажу все спокойствие. Спокойно, с сыном я добрая, и мы с ним обнимаемся, не рычим, да, друг на дружку там. И вот скоро папа придет, и ужин я приготовила, и такая, ла-ла-ла, как феечка, да, по дому. Муж заходит, не могу, все. Привет, держи сумки. И такая стихия, так, и ребенок там все, я говорю, так, скоро спать, папа 8 часов пришел, 9 там спать. Тихонечко поиграете, не бесимся, они, конечно, начинают беситься. Я потом не могу ни того уложить, ни другого. И вот это вот, и прям я уже и думаешь, надо же сказать, ну как-то это. Надо же сказать человеку, ну, давай все, поспокойнее играем, поспокойнее. Как еще спокойнее, мы и так лежим? В общем, вот. И вот, и меня так сразу, вот вроде ходила. Взрываешься? Да, я не могу. Ну, ты же знаешь, говорю, что ему скоро спать. Не ты же его укладываешь, я же его укладываю. Я же потом встать не могу целый час, пока он не уснет. Ну, вот, ну, ты же это знаешь, ну, можно же. И вот это вот прям... Так, вообще, все понятно. Вот именно сначала было нормально, а потом как вот... Ну, во-первых, идет напряжение. То есть вот ощущение, что сейчас придет папа, мы чего ждем? Радости. Вот сейчас папа придет... и радость принесет. Да. А папа приходит и радость не приносит, а приходит в таком раздраженном состоянии. А, сидя дома, тебе нужно общение. А ему, когда он приходит домой, ему нужно отдых. Отдых. То есть получается, вы в момент встречи, каждый от этой встречи ждет совершенно разного. Ожидания у вас разные. Ожидания. То есть нужно отпустить ожидания, как минимум. То есть ничего не ждать. И все, что или мы ждем того, что каждый день происходит, и просто спокойно к этому относимся, или не выставляем ожиданий. Но вообще очень важно отпускать эти вещи. То есть он пришел отдыхать. Не ребенок главный в данный момент, а папа. Это понятно. Так ребенок же на него висит. Пусть висит, он же соскучился. Он виснет, пусть висит. Говорит, пойдем играть, папа. Пусть играет. Папа говорит, Рома, я хочу кушать. Но покушает обязательно. Да. Надо сказать. Я приучала, да. Я с 9 месяцев, как это начал ползать и хватать его за штанины, я его приучала, потому что папа пришел, он должен поесть, потом он будет с тобой играть. Ну, то есть, как бы, субординацию соблюдаю. Вот. Наш папа, как обычно, идет, ладно, поиграю я с ним. И идет с ним, играет. А тот, конечно, уже разыгрался, тут ему же тяжело вдруг отпустить из игры папу, чтобы он еще и покушал. И вы как вот объяснить это ничего? Ничего, ничего не надо. Говорить. Надо отпустить. Так, папе вот еда, он же не маленький ребенок, он до этой еды дойдет. Все, хочет, он дойдет с висящим сыном на ноге, может быть, как-то они договорятся и сядут вместе за стол. То есть вообще не нужно, надо отпустить. То есть вот в данный момент ты все пытаешься контролировать. Да. Разложить по местам. То есть ты здесь стоишь и ждешь, пока папа лежит. Нет, а папа кушает быстро. И потом он очень тихо играет. Чтобы потом до 9:00, чтобы потом... Да, я себе озвучил, да, как коршун, ты сказал, вот реально, она хочет ощущения такие вот. Да, вот это вот ожидание и разочарование. Поэтому мы просто радуемся, пришел папа. Они пусть сами разбираются. Вот смотри, в данный момент ты действительно хочешь контролировать каждую минуту своего сына. Это очень важно, например, в режиме дня ребенка, чтобы он вовремя ложился, вовремя вставал, там, вовремя кушал. Да? Но если мы становимся рабами, то есть вот прям буквально до минуты или там до чего-то, мы начинаем отравлять жизнь себе и окружающим. Поэтому надо просто отпускать. Я, например, знаю, что мы рано встаем, и как бы желательно, чтобы в 10 часов мы там спать легли все. Потому что в 8 там уже кто на тренировке, кто где.
Но иногда бывает, что и не ложится. Там один, второй, потому что я реально хожу и так спокойно говорю, пора спать, время 11 час. И могу говорить один раз, второй, третий. Но если я начинаю психовать, то на самом деле это большая проблема. Вот заметьте, когда вы начинаете обижаться, сначала вот вы обиделись, может быть, ладно, горло не заболело, но на следующий день ребенок будет очень капризный, потом это перейдет на папу или сначала на папу, и вот это вот капризы, вот то есть как бы раздражение всеобщее, да, один другим недоволен, оно будет вот как вирус гриппа в доме. Поэтому берегите свое состояние. От чего оно зависит? То есть идея такая, я должна добиться соблюдения режима. Хорошо, я это должна, но не любой ценой. То есть папа пришел, папа, я тебя разогрела, дорогой, иди кушать. И все. Можно даже успокоиться, и он будет есть это холодным, когда наиграются. То есть это же взрослый человек. Можно сказать один раз, второй пригласить, третий, но не психовать из-за этого. Вот в этом вся идея. Если они играют слишком шумно, можно сказать один раз, второй, даже 50. Но самое главное, не повышать вот этот тон. Потому что когда мы начинаем громко говорить, мужчина перестает воспринимать речь. Во-первых, говорите коротко, предложения должны быть короткими. Иди. Спасибо. И сюда. С понижением тона в конец предложения. А если мы на виск переходим, то вообще там все блокируется, он ничего не слышит. Он просто... Настройки сбились. Какие-то там эмоции пошли, и все, и там блок. Поэтому нужно понимать, вот эту психологию надо понимать. Если мы хотим добиться, ну, мы говорим 50 раз, но спокойно. Спокойно, желательно с разными интонациями, чтобы не надоесть. А можно совет? Ты, наверное, просто себя мало вкладываешь внимания и заботы. Вот по идее можно было, папа приходит, и как бы вчера ему говорила, позавчера говорила, что ты там, тебя напрягает, что ребенок должен спать. Берешь спокойник, там с собой целое само масло приготовь, скрабу, закрываешься в ванной, час до 9, пускай там плюхнут. Пускай сам потом, скажешь, ой, что-то я там это пока не могу, вылезешь такая с такой морды, да, намазанной. И уложи, пожалуйста, спать. Вот пару раз попробует, потом поймет, и потом будет ценить свой труд, твой вернее, да. А пока ты ему не дашь такую возможность, он так тебе будет. И потом, когда ты будешь уже такая наполнена, да, вот такая там лежала, позвонку, да, в пене, да, там с лепестками рос, ты потом навряд ли захочешь повышать тон и сливать свою энергию как раз-таки в этот скандал. Ты же понимаешь, то, что там такая шейка, лишь такая, как богиня, да, в пене такая, присвечалась, хороший муж, там такая... Ты слышишь, как нет, такая, сына? Нет, как важно, он не будет орать, он не будет орать, если ты будешь спокойно, если ты будешь хорошо мучиваться, да. Ты потом понимаешь, что, возможно, будет... Прекрасно, потому что вечера. Да, я вот только недавно к этому пришла. Да, это понимаю, что поэтому не нужно. Надо психовать по этому поводу. Разогрела, не идет кушать, это уже не мои проблемы. Надо сейчас моталась собой заниматься. Да, да, но на самом деле ты можешь все эти... Вот смотрите, можно пойти по такому пути. Если он хочет так, сделайте так. А можете положить и сесть рядом. Да? То есть я хочу с тобой пообщаться, и сын будет рядом. Он все равно идет себе какое-то занятие. То есть, по идее, ведь идея не в том, что я должна его накормить как вот там, не знаю, кота или кого-то еще, что обязательно еду положить и все. Вы же вкладываете чувства, то есть в это время вы ухаживаете за ним. То есть, но не настаивайте на том, я сейчас настроена за тобой поухаживать. Сядь сюда, пожалуйста. Я буду ухаживать. Нет, она только думала, где-то за час, за два до прихода. Вот сейчас придет, это недовольный там. Ты состоянием думаешь, да. И поэтому он приходит, и тебе уже что-то дает. То, что как бы все, что они планировали, а что человека. Она думает наоборот, что ты такой сестры там мне. Отпусти меня, значит, гулять, или выбирать, или там, не знаю, память валяться. Ты по-другому думай, и он тебя по-другому встретит. Но вообще, если мы пытаемся сделать назло, типа, вот иди попробуй, посмотри. Нет, не назло, просто дать возможность. Но здесь, вот, дать возможность, это тоже
знаете, как попросить помощи. Да. Женщина слабое существо и нуждается в заботе и помощи. То есть встать на другую позицию. Я нуждаюсь в твоей помощи, дорогой. Пожалуйста, уложи сегодня ты. Понимаете, это совсем другой посыл. Да, это тоже пробовали. Через это я тоже проходила. Но в это время надо отпустить. Ну, а я не могу. Очень тяжело слышать, как ты слышишь, как вот они там на кровати начинают: «Папа, давай помолимся!» Ну пусть они помолятся. Они уже за это боролись. Уже время 12 часов, а надо расставать. Хочешь, что ли? Так они могут это поборемся, если я им не скажу, так, все, марш. Они можно ведь смотреть. До 12 могут. А, с другой стороны, идея в том, чтобы сохранить свое гармоничное состояние. То есть я должна быть спокойной. Но если я себе накручиваю все время, то есть я не могу в данный момент повлиять на них. Если я влияю, то только криком. То только да, уже. Вот все, половина пошла в сбор, но мне от этого будет хуже. Так, потом мне плохо. Или когда нет? Как? Вот когда как? Иногда, иногда папа не может вот его уложить, а вот так быстро в постель. Тот прыгает на диван, накрывается, как попугай. Почему папа не может уложить его? Потому что он с ним играет, потому что он устал, и он хочет есть, а он не отпускает. Это просто я слышу. Это не от этого. Он для него не авторитет, потому что ты часто внутренне, по крайней мере, осуждаешь. Да, то есть прикословишь, да? То есть ты не согласна с тем, что он делает и как он делает. Поэтому он еще маленький. Сейчас тебе сложно с ним справиться. Ты как бы имеешь двух детей. Получается, так? Да? Понятно. То есть потому что папа должен воздействовать авторитетом на сына, но он играет вместе с ним, и авторитета как бы нет. Понимания этого. Приходится. А почему у нее нет этой ответственности? Потому что ты всю ответственность взяла на себя. То есть я тут главный командующий, я тут сейчас все разрулю. Вот это вот. Я главная. Да, то есть надо научиться отпускать. Понятно, что вот когда мне говорили вот тогда на семинаре, а как я могу отпустить, ребенку нужен пуховик, а папа даже не чешется, типа денег нет, и он даже не думает о том, где взять. И опять я иду, там у кого-то занимаю и что-то там такое делаю. Вот этот момент провала, он будет. То есть когда ты должна отпустить эту ответственность, потому что ответственность должна быть на мужчине. Пускай один раз проспят. Может быть, потому что нужно... На самом деле нужно в какой-то момент вот отпустить этот провал и быть готовой к тому, что будет вот этот провал. Но потом пойдет, ответственность как бы свято место пусто не бывает. Мужчина должен в конце концов взять этот. То есть я слабая женщина. Я слабая женщина. Вот как ты скажешь, так и будет. Пока играйте, а я пойду посплю. Но я вот глобально вижу ситуацию эту так. Женщина, она же как вода. Вот вода, когда в губку начинает сухую проникать, да, она же не сразу становится мокрой, не одномоментно, а постепенно. То же самое вот в какой-то ситуации. Ты хочешь ее изменить, ты сама изменись внутренне, и с этим изменится эта ситуация. Но не сразу она изменится. Нет, еще, конечно. Да, какой-то переходный период. Ну, конечно, конечно. Да. То есть это внутренне. Ты должна... Сначала ты мысленно как бы вот эти модели новые создаешь. Твои мысли, образы, твои рассуждения, как ты это представляешь. То есть говоришь, наверное, они могут, наверное, проспать один день. Потому что они не могут лечь. Но ведь папа должен сам, понимаете, нельзя воспитывать сразу и папу, и мальчика, и сына, да? Это, во-первых, вот твой ребенок, ты его воспитываешь. А папа, он воспитан другой мамой. Ты на него так же влиять не можешь. Ты влияешь через другие, так сказать, рычаги воздействия. То есть через себя. Теперь, все, мы попрощались с желающими. Ты говоришь, я не могу отпустить ребенка. То есть я хочу все сама делать для него. То есть не разрешаешь там кому-то вмешиваться, да, в процесс воспитания. Когда он будет совсем маленький. Да, момент такой был. Это, вот я могу сказать, у меня была такая же история с первым, потому что
молодая была, юная, и мне тоже это от, ну, можно сказать, гордыня. Это от осознания такого, что я еще не верю в себя. Мне нужно доказать всему миру, что я мама, достойная этого звания. От доказательства требуется когда? От неуверенности в себе. А неуверенность — это что? Это не любовь к себе. Низкая самооценка. Низкая самооценка, не любовь к себе. То есть ты должна просто поверить в себя, что ты хорошая мама. Вот понимаешь, он к тебе пришел, потому что выбрал тебя. Вот такой, какая ты есть. Вот со всеми достоинствами и недостатками. То есть для него ты самая лучшая мама. В любом случае. Понимаешь? Mm-hmm. И он будет с тобой вместе учиться тому, что ты учишься. И вот когда есть... Вот поэтому мои дети разные. Когда, извините, в 35 родишь, уже абсолютно другие идеи в голове. То есть уже никому ничего не надо доказывать. Ну, это же как есть такой еще анекдот. Ну, первому ребенку это стерилизовали, там всякие пятилетки, сидишь, типа, чтобы, да, от него вместе когда не ел. Когда не поел, да. А третий ребенок, ладно, ну, значит, как-то не повезло. Проблема, да. К этому придешь потом. А «Плохие мамочки» не смотрели фильм еще? Что? Не смотрели «Плохие мамочки»? Не смотрели, посмотрите. Вот там вот прям вообще все, наглядно. Все наглядно, да. То есть просто поверить в себя. Вот что, понимаете, у нас есть право на ошибку. Нам кажется, что вот если обо мне скажут, что я плохая мама, я буду себя так чувствовать, что я плохая мама. Но вы знаете, даже если ваш ребенок вам скажет, что вы плохая, это не означает, что вы такая. Правда? Потому что то, что вы чувствуете внутри себя, это самое главное. Вот это ощущение нужно понять. То есть его вот внутри себя вы отыщите и берегите, как зеницу ока. Вот этот цветочек, пусть он там, хольте его и лелейте. Вы хорошая мама, вы хорошая жена. Потому что, как это, какую собаку кормим, та у нас и приживется. Да? Mm-hmm. Вот если вы будете вот этот цветочек холить или леять, именно он будет расцветать. А если мы замучаем себя самоедством, критикой, какими-то такими вещами, ну что потом? Ставить потом будем разжевывать проблемы. Вопросы будут воспринимать. Да, да. То есть вот понимаете, мысль материальная – это самый главный посыл. Но люди в это не верят. Они считают, что материальное – это вот я могу потрогать, опереться, взять. Mm-hmm. Попить. А если я это не ощущаю, это что-то такое внутри, непонятно, как его проверить, да, оценить, то его и нет. А изначально посыл такой, мысль материальная. Поэтому все в нашей голове. Мы с вами волшебники, волшебницы. Кстати, можно к этому дальше продолжение вопрос? У меня одна приятельница, да, начала даже посты выкладывать в Инстаграм. Вроде мужчины не видно, а такое ощущение, будто... Мужчина появился, ну, любовь, так скажем, не то, что именно партнер, а любовь. Я говорю, недавно встречаюсь, говорю, с ним, тебе кто-то появился, что никак понять не могу. Но это я типа трансферинг реальности. Трансферинг, да. Трансферинг реальности занимаюсь. Это вот вообще имеет место быть? А на самом деле в ведах это тоже, вот когда люди ко мне приходят очень такие материалистически настроенные, да, на современной волне, я им рекомендую как раз эту книгу. Потому что Вадим Зеланд, он очень именно в таком современном языком, в современном духе описал идею, которая, в принципе, в ведах тоже существует. То есть, вот, например, мы здесь сейчас, вот мы находимся, вдруг врывается в дверь и нахамил тебе друг. И что ты, да, ты как бы сжался в комочек, что-то какие-то негативные мысли пошли, да, ты начинаешь что-то там думать. Пошли негативные реакции. И знаете, что происходит? То есть это вот я трактую, так сказать. Вы здесь и сейчас, выходя из этой ситуации, так сказать, смоделировали свое будущее. И оно оказалось со знаком минус, потому что вы в момент вот этой ситуации почувствовали вот этот минус во все лицо. Вы не справились. Так сказать, со своими эмоциями и чувствами. Вам показалось, что это отвратительно, это плохо, еще что-то. И все, и пошло.
А можно сделать наоборот. То есть ситуация, так сказать, не очень, да? Можно было бы и с минусом во все лицо, но мы говорим себе, это просто звено в цепи. Мы не видим, да, что там будет дальше, но мы доверяем Вселенной. Да, от чего-то оберегает, он что-то нам доносит таким вот способом, потому что все предыдущие знаки мы проигнорировали. И мы таким образом, выходя из этой ситуации, нашу будущую ситуацию уже представляем в лучшем свете. То есть мы как бы на этом перекрестке выбрали тот путь, куда, который привел нас к лучшему. То же самое, если я хочу ощущать, ну, вот присутствие мужчины, да? То есть я хотела бы познакомиться. Он как раз и говорит, ну, создайте эту ситуацию, то есть создайте это ощущение. Мы с ним, да, что он вот. А вообще, а веды говорят о том, что, в принципе, искать как бы вот целенаправленно, это бессмысленно. Просто есть вот это состояние гармоничной, спокойной женщины. Да, то есть женщина замужем отличается, или, ну так, женщина в отношениях отличается от женщины одинокой именно состоянием спокойствия. Спокойствие и гармонии. То есть я спокойна, я под защитой, я в безопасности. И вот когда вы находитесь в этом состоянии, то есть вы как бы уже в этом состоянии, и тот человек, который должен прийти, он придет гораздо быстрее, чем вы будете хаотично бегать, искать что-то там, где-то там. Кто-то сказал, что как вот Москва слезам не верит, да? Надо в библиотеке знакомиться. А внутреннее состояние у нее совершенно другое. У нее полный скептицизм идет, полное неприятие и неготовность принять мужчину. Это потому что вот на слой придет современного восприятия, да, там психология современная, вот всякие. Ничего нет. Да, и говорят, ну как бы. Знаний нет у нее. Знаний. Чистая, я пытаюсь. Внешняя сторона. Она вот сегодня бы пришла, но она как назло работает 2 через 2. И тот, а про тот семинар вот она и как раз и сказала, ты чего мне не сказала. Но я могу вам сказать, что здесь только те, кто должен был. Ну, то вот есть способность или готовность, уровень определенности. Да. А потом могла бы ты еще не получить что-нибудь. Сказала бы, блин, ты что мне, куда ты мне притащил-то? В секту какую-то? Нет, не секта. Секта упала раковая. Это легкая секта. Лайтовая. А как ну, это автор-то вы сказали? Вадим Зеланд? Как? Зеланд. У него там серия книг, их тоже можно читать, потому что, ну, вы знаете, как в том старом анекдоте, да, я съел 5 пирожков, а потом съел бублик. И вот наелся. Надо было, говорит, не есть эти бублик, пирожки-то, а сразу бублик съесть. И то же самое с книгами, вот с этим обучением. Мы как бы слушаем, ходим на семинары, читаем. Но в какой момент это, так сказать, сможется, да? Кто-то говорит, да мне надо было вот эту книгу-то сразу прочитать, я бы все понял. Ничего не понял. Ничего бы не понял. То есть вот этот слой за слоем и доходит, как это, количество переходит в качество. Как жетон. Да, да. Как мы с мужем читаем совершенно разные книги. Я говорю, ну, Лёш, ну вот это замечательная вещь. А он мне свое трясет. Потом уже мы поняли. Я говорю, Лёш, у тебя свой путь. Читай свое. Я свое. Да, да, да. И успокоились на этом. У каждого абсолютно вот своя модель мира. Как я говорю на консультациях. Представьте, что у тебя вместо глобуса, у тебя такая пирамидка, у тебя цилиндр, у тебя октаэдр, у меня вообще какой-нибудь кубик. Ну, то есть у всех своя модель мира. И соотнося вот это понимание, мы никогда не сможем одинаковыми глазами посмотреть на вещи. Поэтому тут объективная причина, но мы можем договариваться, на что нам любовь. И, кстати, вот я закончу уже ту мысль, потому что я начала. Способность делиться, способность к коммуникации, да,
безопасность. Вот когда женщина чувствует себя в безопасности, а это заслуга мужа, у нее включается внутренний резерв. Она может творить чудеса, она становится как магически наполненной. То есть она готова отдавать даже в критических ситуациях. Вот когда там, я не знаю, революции, войны, все что угодно. А женщина чувствует себя хорошо, потому что ее мирок, вот этот, здесь ей хорошо. Вот поэтому к вопросу о счастье. То есть когда все хорошо в государстве, ты можешь как-то существовать. Но если ты одинок, очень сложно уберечь это состояние. А вот в семье оно возможно. Потом, когда чувствуете плохо, нужно наводить порядок. Чистота. Чистота во всем, в одежде, в быту. Вот состояние, когда ваши мысли роятся, и вы не можете поймать, да, за хвост хоть что-то, остановить это, наводите порядок, убирайте лишнее. Вот эта чистота тоже дает силу женщине. Потом красота во всех проявлениях. Не только вот на себя повесить, да, но вот бывает сейчас вот минимализм в квартире, да, белый. Стены там, пол, вроде все порядок, но пустота. Поэтому женщине не в пределы красивым вещицам. Понимаете? Самое главное, чтобы они не превратились уже сами в это. Сборщик. Да, в этот хлам. А убираться потом будет. А вообще красота должна быть везде. И мужчине на самом деле нужно вкладывать деньги в это. Потому что бывают разные периоды. А вот если в жилище вот это, ну как бы оазис в этом мире, даже когда будет очень проблемно, ему просто энергетические батарейки разрядятся, ему тяжело. Вот эта красота вокруг женщины, она сама вот, ну, наполняется. И мужчину будет этим питать. Отдыхает он, домой приходит, да. И отдыхает. Поэтому вот говорят там, это мещанство там. А вот это на самом деле, это очень классная вещь. Вот эта красота. Спасибо, Юля. Это то, что у вас... Это сейчас скрытая реклама. На самом деле, она не реклама. Это вот то, что вам в своем быту, в своем жилище нужно. Вот вам это нравится, оно кажется, что уже глаз замылился, я не вижу. Оно тут все время стоит, пыль только вытираем. Но когда-то вам ведь это понравилось, оно принесло вам радость. Ну, если разобраться, можно в любом случае. Подарить. Ну, подарить, ну, даже выбросить, не жалею. Идеи. Да, это даже... Это же тоже крючки какие-то. Если у нас очень ценный, там, по мне муж там подарил, вот, и все же... Нет, это эмоции. Ну, разбилось, и выброси, и все, отпусти. Мы просто создаем вот эту ауру. Если нам это помогает создавать, значит... работает вещь. Если она просто пылится, и мы уже как бы, ну, убирайте. Доверие. Женщина расцветает тогда, когда ей доверяют. Но на этом нужно добиваться. Ей доверяют. Мужчина ей доверяется. А что значит доверяется? А, ну то есть он ей рассказывает. Разболтает. О своих понимаете, не плачется, да, жилетку. То есть это разные вещи. Доверяет. То есть какие-то вещи, как, ну, его мысли, да, его ощущения. Да? Я не сболтнул. Возможность заботиться. Когда женщина заботится, не только о ней заботится, но она сама заботится. Понимаете, нужен кто-то, о ком бы она заботилась. Поэтому одинокий хотя бы котов заводит. Или там собачек. Это на самом деле энергетически наполняет. И еще самое интересное. Вот кроме этого сотрудничества. Не соперничество, а сотрудничество. То есть вот в жизни с мужчиной мы сотрудничаем, мы помогаем. А когда женщина начинает конкурировать, это все. Это просто... крах энергетический, это никому не хорошо, ни ей, ни ему. И похвала, комплименты. Вот у нас же раньше там нельзя хвалить, да? Перехвалишь. Нос задирать. Да, там и перестанет делать. А вот вы знаете, мальчик хвалит за дело, а девочек просто хвалит. Всегда. Вот за то, что она девочка. Да, а если реально потом...
Это же такое, это как, почему так срабатывает? А, посмотрите, вы, почему они реально нос задирают? Нет, не нос задирают, а вот похвалил, да, вот мне помогает, там, на следующей неделе, там, дня через два. Вообще просишь и не делает. Это что такое? Посмотрите, за что мы хвалим? За то, что она что-то сделала? Ну, она тоже старается. Нет, а что нас не устраивает? Это через два дня-то? Что случилось-то, я не поняла. Схема. Ну, например, да, самая старшая дочка, да, я там как бы, вот, например, про нее рассказывала своей подруге, говорит, ну, там, вообще не прям сейчас помогайте в своем компании, там, том-то. Погодите. Ну, примерно, да, пускай будет, да, и проходит 2-3 дня, и смотрю, говорю, как будто, у меня времени, и там, ой, забыла, как бы дочку обменили. Нет, это наверное, это наше ожидание, потому что на самом деле я замечала, да? Что дети, да, это наше состояние. А, вот бывает состояние раздражения, оно бывает у всех. В квартире какой-нибудь там угол стола всегда торчал. Мы всегда его обходили, даже об него стукались, но все нормально. Но в этом состоянии мы спустим всех собак на этот угол, да, будет виноват каждый, кто вообще придумал этот стол, поставил его сюда, купил. И точно так же с характером детей. То есть это в них было всегда. Вот всегда. Они могут лениться, они могут откладывать еще что-то, да? Но в какой-то момент мы находимся в таком благостном состоянии. Пофигу, да? И мы как бы не замечаем или более лояльны к ним. А бывает в таком, вот в этом раздраженном состоянии. Требует, начинает. И мы начинаем требовать. То есть у нас вот такое ожидание, что он у нас как автомат. Мы кнопку нажали, он тут все сработал. И я уже свыкся с этой идеей, с мыслью с такой, что он у меня такой послушный. Я нажимаю, он срабатывает, а тут не срабатывает. Скорее всего, проблем все-таки у нас. Это больше, большая вероятность. Можно даже вести наблюдение, так сказать, понаблюдать. Почему так? Потому что, как правило, человек не меняется вот так кардинально. Это иллюзия, что его захвалили, и он возгордился. Я не видела, вот, честно говоря, ни одного такого. Гордыня, она присутствует в нас в каждом, но проявляется, так скажем, по-разному. А не от того, что меня похвалили, и я теперь нос задрал, и вообще ни с кем разговаривать не буду. Как, опять же, какую собаку кормим, такая у нас и живет. Если мы будем обращать внимание на положительные качества человека, они в них будут возрастать. А если мы будем все время указывать на недостатки, то эти недостатки будут укрепляться. Надо хорошо. Да, а девочек надо хвалить. Я вот слышала немножечко по-другому фразу. Мальчик хвалит за дело, да. А девочек хвалит за то, что она красивая. Просто за то, что она есть. Да, вот просто девочку, то есть нужно ее все время, вот понимаете? Вы же сами за собой знаете, если вам говорят комплименты, если вас хвалят, вы же расцветаете. Хотя завтра это манипуляция, но мы все равно расцветаем. Вот смотрите, надо верить, что... Нет, а мне кажется, смотря кто скажет тебе комплименты, если... Скажет тот человек, который тебе, ну пускай там нравится, не нравится, но ты к нему хорошо относишься. Вот, тебе это понравится. А если скажет тот человек, который тебе просто не нравится по каким-то причинам, это будет раздражать. А мне кажется, что чувствуешь, когда человек говорит искренний комплимент, либо не искренний. Или так. Да, то есть ты просто думаешь о том, что этот человек настроен тебе враждебно, и в данный момент он хочет тебя уколоть. Он как бы не говорит тебе комплимент, он говорит тебе комплимент, но идея там в другом. Да? Нет, то есть, нет. Если почему? Даже если я допустим, ему не нравлюсь, допустим, может быть, он искренне говорит, но он-то мне не нравится, и поэтому... Не хочу я тебя комплименты. Да, но это на самом деле проблема больше, наверное, в собственной голове, потому что надо уметь принимать подарки. Это вопрос о гордыне. Когда мы отказываемся от помощи, когда мы отказываемся от тех даров, которые нам приносит судьба, даже в лице человека, который как бы нам не очень приятен, нужно уметь принимать эти дары. Потому что если мы от этого все время отказываемся, вот человек стремится...
тому, чтобы развить бизнес. Я сейчас не буду ни на кого пальцем показывать. Но очень скромный. Очень скромный. И говорит, что я не буду деньги. Можно про каждого сказать. На самом деле, да. Мы все когда-то что-то начинали. И нам кажется, ну мы недостойны. Да нам не надо, не надо. Не давайте. Мы так сделаем. Не стоит благодарить. Как же у нас все время говорит, не говоришь спасибо. Не за что. Как это не за что, мои дорогие? Вообще нельзя. Это вообще слово грозит. Поэтому. Нужно уметь принимать. Если тебе Вселенная дает, прими. Это же обмен энергиями. Вот я так отдаю, а деньги эту энергию переносят. Если ты стремишься к чему-то другому, к вниманию, да, к популярности, но мне этот человек не нравится, поэтому я не принимаю от тебя никаких. И даже от того, который тебе нравится, ты потом уже ничего не услышишь. Потому что Вселенная тебе не может многократно предлагать, как сказал Марк Твен, судьба стучится в твою дверь один раз. Ты в этот момент сидишь где-то спиной, да? Да, вот поэтому, если ты пропустил этот момент, ну, на самом деле Вселенная к нам добра, и она стучится не единожды. Да, это что ли? Но мы очень упорные. Мы можем это пропускать и один раз, и второй, и третий. Поэтому, когда по-доброму не получается, это, кстати, в ведическом понимании тоже влияние планет. Как бы Юпитер нас, так сказать, по плечу, так легонечко может, ну, ты давай там внимательно, да? А если придет Сатурн, там вообще мало не покажется. То есть вот и под влиянием этих планет определенные события происходят. Они вот или так разворачиваются в легкую, да? А бывает так, что и пережить тяжело. Это вот к вопросу о нашей внимательности, о нашей осознанности. Не, знаете как, все, что было в детстве, оно было приятным, прекрасным. Но сейчас нужно задавать вопросы, если нас не устраивает наша действительность. Если она нас не устраивает, значит, нужно искать пути изменения. Других мы изменить не можем. Можем только на себя повоздействовать. Каким способом? Начало, семечко, да, зерно – это наши мысли. Поэтому положительные мысли в положительном ключе. Это идеальная формула. Если мы хотим нашу жизнь сделать лучше, думайте хорошо. Даже тогда, когда вам кажется, что события развиваются недолжным образом, да? То есть было определенное ожидание, а развивается не так. Примите, мы все страдаем от гордыни. Я бы так сказала, 98% населения Земли. Поэтому гордыня лечится только смирением. Смирением не в плане, да, подставь что-то щеку есть. Вторую, а в плане я принимаю от Вселенной эти ситуации. Эти уроки. Они могут быть полезными, могут быть приятными. И вот когда они, как у нас в обществе принято со знаком минус, будем говорить, что они у нас полезные. И благодарны за это. Да. И вот научиться благодарить, потому что когда мы благодарим, мир к нам с радостью приходит и лучшее отдает. Вот это все в нашей голове. Вот представляете, наши мысли – это вот рычаги, которые готовы сдвинуть эту землю, да? Как у Архимеда. Вот, все здесь и здесь. Потому что женщина, существо особого рода, она чувствует душой, сердцем. Анахата – это самая активная, да, чакра у нас. Поэтому любовь, доверие, забота, красота и мир, гармония. Вот на этой ноте, наверное, мы можем завершить. Да? У нас с вами как со временем? Да, уже 9 час. Да, ну мы начали как раз 15 минут. Поэтому, если у нас вопросы исчерпаны, ну, может быть, они не очень исчерпаны, да? Я предлагаю завершить нашу встречу и подумать, может быть, о будущем. Если будут вопросы, пожелания, я все это с радостью принимаю, будем рассматривать, решать, что делать, как делать, чтобы было вам интересно. Вот. Ну и если кому-то надо
прийти на индивидуальную консультацию, я рада буду видеть вас. Но многие уже были и даже не по одному разу, поэтому это решение ваше. Ну, знаете, что дверь открыта, телефон включен. Вот. Но спасибо вам большое за этот вечер. Спасибо. Мне действительно было приятно вот в этой замечательной творческой мастерской. С нашей обаятельной хозяйкой. Потому что на самом деле женщина, кстати, еще одна главная способность, откуда она черпает силы, это умение. Не водить там танк, эскалатор, да? А именно умение там из ничего сделать что-то. Шляпку, да? Салатик. То, что уже надо было выбросить, а из этого создать красоту. То есть шить, вязать, играть на инструментах. Вот этого надо учить девочек. Вот в этом женская квалификация. Не зря же в школу, да, вот раньше мальчики отдельно были, девочки отдельно, я имею в виду, вот там готовили, домоводство шили, было. Да, домоводство, а мальчики что-то резали там, табуретки растили. Сейчас в школе у девочек домоводство оставили, а у мальчиков компьютер, нормально. Гвозди будут девочки прибивать, да, если чего. Ну вот, как раз вам нужно, если у кого есть девочки, да, думать о том, что давать им. И вот здесь это то пространство, где можно это получить, если в детстве чего-то недополучили. Потому что нет того возраста, после которого сказать, все, мне поздно, я опоздал, в детстве я не занимался, а сейчас уже и не стоит начинать. Нет такого возраста. Начинать можно всегда. Вот поэтому на этой приятной ноте мы завершаем наш теплый вечер. Спасибо.